Цветы, которые полезны в доме. Герань является хорошим антидепрессантом, нормализует функцию нервной системы, а также улучшает сон. Каланхоэ великолепно очищает воздух от токсинов и болезнетворных бактерий. Стоит обратить внимание на этот цветок, поскольку помимо очистки кислорода, он хорошо борется с насморком и ангиной. Спатифилум обогащает помещение кислородом, очищает воздух, а также очень долго и красиво цветет. Алоэ, народное название «столетник», сочетает в себе множество полезных свойств. Его используют при простуде, расстройствах желудочно-кишечного тракта, в косметологии, а также для заживления порезов и ран.